участников сегодняшнего мероприятия, руководство в лице прибывших гостей из Москвы, хозяева мероприятия в лице Елены. И всем нам желаю успехов в работе и поздравляю с первым открытием официального офиса. И надеюсь, что Киев, Одесса и Донецк не за горами. Здравствуйте, уважаемые друзья, партнеры, коллеги. Рад приветствовать вас в славном городе Львове. Мы, как представители компании «Аквабионика», приехали в этот славный город в очень знаменательное время, в очень хороший день, вот, по очень многим-многим факторам и событиям. Ну, прежде всего, конечно, сегодня 9 мая. Это великий для всех наших народов день победы над фашизмом. Вот, кроме того, сегодня же во Львове день города, годовщина этого славного города. Ну и в жизни компании «Аквабионика» это тоже славный веховый день. Мы приехали как представители компании для того, чтобы участвовать в открытии, предоткрытии представительства компании в этом замечательном, прекрасном городе Украины. В этот знаменательный день, день открытия, предоткрытия нашего офиса во Львове, на Украине, я вручаю протокол заседания членов Совета директоров о участии в нашем уникальном промоушене, промоушене 5+. Это лидерский промоушен. И первыми его участниками становятся Эдуард и Елена Максимюк. Спасибо. Знаменательное событие, открытие представительства Украины. Я вас поздравляю, дорогие друзья, потому что это на самом деле очень важно, долгожданно и знаменательно для вас. Побед вам, успеха, и помните, что «Аквабионика» — это все, что нужно для жизни. У нас есть то в нашей компании, чего нет у других. Это уникальные промоушены. Поэтому подключайтесь, ребята, и давайте сделаем это вместе.